Magic Class. Сейчас я вам покажу фокус по контролю карты зрителя. Вы знаете, что многие фокусы основываются именно на контроле карты, то есть на нахождении карты, когда карта оказывается в каком-либо месте в колоде, когда карта оказывается перевернута. Ну и сейчас я покажу вам фокус, такой довольно примитивный, который я придумал сам. Зрителю нужно сказать «стоп» в любом месте. Стоп. Запомните вот эту карту, я ее не вижу. Пониже пусти. Угу. Ну, я поснимаю как-нибудь. Пусть вот так вот. Ну, еще вот так вот перетасу. Перещелкну пальцем по колоде, и она окажется цвет. Хорошо, теперь еще раз перетасуем. Сейчас по закону магии у нас опять эта карта окажется сверху. Мы ее уберем куда-нибудь в середину колоды. Щелкнем пальцем, и она опять окажется сверху. Ну и последний как бы эпизод. Даже не могу назвать его фокусом. Последний эпизод этого фокуса. Значит, ну вот, у нас пятерка убей. Не очень хорошая карта наравне с пиковой дамой. Поэтому сейчас я сделаю вот так вот. И у нас она превратится в бубнового короля. Фантастика. Вот такой вот фокус, друзья. Обучение смотрите на меня.